Всем доброе утро, мы уже в Конде, в деревне поедем, потом еще в другую деревню. Вид красивый, но, конечно, здесь жить как бы не очень. С той стороны горы, честно, извиняюсь за тарелку, но так красиво. Видите, там горы. Домик стоит, а в этом домике мы живем. Тут букет уже ходит. Пластиковые окна. Я сейчас вам, кстати, покажу, как. Включу просто фотоспышку. Покажу, не знаю, это прялка у нее. Старая, не знаю, каких годов. Звенит, кстати. Прикольно. Этот стол. Цветочки. Домик старый. Но вид, конечно, вообще очень красивый. Слышите звук? Птички. Сейчас покажу, как дома. Ну так просто. А, вон заходим. Да, тут у них такая вот прихожая. Куча свет. Тут умывальник, там туалет, ванная. София, вставай. Тут мы спали. Матрасики были. Диван тут. Вещей наших миллиард на два дня. Да, мои хорошие. Да. Подоконники. Так классно у них. Вот, сейчас покажу вид. Вот, горы. Тут сетка, но все равно видно. Немножко телефон трясется. Тут, кстати, где-то родник. Всю ночь вода бурлила. Тут, не знаю, почему печеньки лежат. Я тут ночью закрывала, что прохладно было. Там цветочки. Дети тут. Идем дальше. Хорошо, так чисто. София, далеко не уходи. София. Я, да, там на кухне. Кухня такая. Кухонька такая симпатичная. Вот. Что-то кушать готовит. Холодильник. Такая комнатка маленькая. Ну так. Все по-простому. Шкафы встроенные. Прикольно. Уйди, уйди, уйди. София, нарды. Тут, конечно, да, видите, как София опять орёт. Уж извини, такой домик. Там все время орёт. Дорогу перенесли отвратительно. Так что вообще... Пойдем, пойдем гулять. Пойдем, ну, Настя, такая красивая. Такое красивое. Иди ко мне. Иди ко мне. Сзади красиво. Видно. Чуть-чуть так ее. Жарко, правда. Ну, что так? Вот так вот утро. Не, больше, конечно, я не поеду, потому что она очень себя плохо ведет и орет постоянно. Как люди живут. Конечно. Деревня, горы. Но единственное, что здесь воздух классный. Да? Я, видите, с пучком. София три хвостика заплела. Здесь не так жарко. Жарко, но такая жара терпимая. Горы. А чего ты плачешь? Пойдем обратно? Чужая местность. В чужой местности она как-то плохо себя ведет. Вот. Деревушка. Да? Кто в деревне? А где папа? Папа в другой деревне. Папа у бабушки. Со свекровью и с отцом. Здесь сестра, получается, тетя мужа. Но отец мужа моего с ней не разговаривает. С родной сестрой. Странный какой-то. Ладно. Еще включусь. Какая красота. Конечно, эта красота передается.
Вон там дорога, наверное, по которой мы ехали. Они, видите, к какому-то дому прицепились. Видите, как красиво. Такой вот цветок. Вот мы в этом доме, а рядом с нами вот такой дом. Красиво. Тут еще кошечка. И котятки. Котятки. Тоже такой дом интересный. Вот, подходим. Что-то сушат. Ага. Nerede? Bu da işte büyük şey gel. O bu? Değil, bu değil, yani bu yakında var. Gel. Bak gel. Bakay ziz krasata. Video mi bluet yapıyorum? Bırak beni ya. Oğlum işte ceviz ağacı büyük. Bu? De. Harika. Bu da elma. Aha, это яблоко. Яблочное дерево. Все пошли в магазин. Там тетя. Мужа приехал сюда. Домики здесь. Вот там очень красиво. Сейчас я фотографию сделаю. Красиво здесь. Идем куда-то. Не поедем в ту деревню. Чем выше поднимаешься, тем красивее природа. Завтра, может быть, поедем. Тоже какой-то дом. София на руках. Это тетя его. Домик. А, это ореховое дерево. Вот домики, вон как красиво. Супер. Супер, красотища. Тут без курочек никак. Даже курочки. Где букет? А воздух-то какой? Цветочки. Там вода течет. Курочки. Вот тоже какой-то дом. Деревья. В общем, короче, классно. Пошли мы в общем магазин. Evet istiyorum bak. O da krasiva, смотрите. Oraya çıkanlar var. Çobanlar çıkıyor. Деревья. Звук такой. Şu ağacı çeken gelsin orada. Классно здесь, конечно. Там дальше тоже горы видно. Идем все вместе. Ох, как красиво. Стараюсь медленно. Мама сказала медленно снимать, я стараюсь медленно. Тоже кто-то живет здесь. София! София! Остались мы вообще здесь, мы поехали в деревню, потому что у свекрови маленький домик. А здесь вы видели три комнаты. Мы идем. Такой запах, как в России, не знаю. И деревья тут похожи на русские. Классно здесь, конечно. Но дорога была очень тяжелая, поэтому, конечно, если бы дорога была получше бы, было бы, конечно, проще. Вот, идем все вместе.
Fabrika domów. Markete uzak? Znajmam. Вот так вот люди живут. Здесь стены где? Да. А дети дома не сидят, вот мы гуляем. Идем, идем тут. Алла! Как красиво. Я таких домов еще лет не видела. Классно. Так снимаю на память. Посмотрите, как люди живут. Вот отсюда воду пьют. Бегим уже попила. Видите? Чистая вода, без хлора, без накипи. Здесь, кстати, вода без накипи. Цветочки. София. Классно. Как деревня. Деревня, в общем. Я бы здесь побыла какое-то время, но... Здесь интернета нету. Видео обрабатывать очень тяжело. Раритет сидит, дедушка. Это ихняя мечеть. Получается. Ну и какой-то оранжевый. И идем, идем. В общем, будем идти. Влог такой, наверное, побольше получится. На минут 20. Поедем мы завтра куда-то, не поедем, я не знаю. Сейчас захочу сфоткать вот эту красоту. Вообще супер. Барашка. Барашка. Ой. Барашка тут закромилась в кустиках, да? Там еще тоже есть. Дальше. Старенький дом. Это новый. Горы, конечно, красиво там вот. Это новый. Это новый. Тоже юный блогер. Видите, какой старенький, старенький. И никто здесь не живет. Такие красивые места. Дикие, я бы сказала. Так что... Очень красиво. Супер. Горы. Много мне нравятся горы. Я очень люблю. Классно. Есть, но, видите, закрыто. Домики закрыто. Там тоже сосны. Как это? Закрыто, не веришь, что закрыто. Эпимиз Мы все пройдем, наверное, сейчас. Да. Все прошли. Спорт такой парк. Ребят, и тут попить, кстати, можно. Видите, спортивный парк. Ну, сейчас они будут тут кататься. Будем их ловить там. Сент-Тутилис? Ага, в видео я первый. Букет, букет! Букет! Опа! Как они катаются. Библют, Софию, да, Индирь? София! Ама тутун! Бутарафта, Мивлют! Гели душ! Душ, гель, София, ясен, тамам, душ! Хади гич! Гель, алам! София, опала! Алло, гель, алам, сад! Опа!
Korkmuyorum. Korkma sana. Gene geliyorum. Daha onu bir defa alayım bana. Nerede? Baba ben de geliyorum. Bak. Storika tut. Kuru çık. Ne bana yurt. Çocuk. Bu kadar kaydı. Klas. Смотрим, как они сейчас будут играться. Вышли мы из парка и идем в магазин. Это, видимо, была какая-то школа, я так понимаю, но она не функционирует. Домик такой красивый. Горы. Супер. Ты просто чуть-чуть вниз идешь. О, тут и почта есть, ничего себе. А вот и магазин. Не так уж и все плохо. Пойдем сейчас сходим в магазин. Памятник открытку. Без него никак. Все, идем в магазин. Жалобу, картошка есть. Там Гилеру мы вышли мы с магазина. Все. И идем уже домой. Вот эти горы, которые видно. С нашего окна. Не знаю, завтра буду ли снимать второй влог. Но если что, как вы знаете, увидимся в других влогах. Пойдем кушать. Очень голодные. Вид шикарный, конечно. Так что, если не включусь, увидимся еще. Вот так красота какая. О, на лошади едет. Редко такого видишь. Тош булдок. Козлики. Какие хорошие. София, кто это? София, ку-ку. Все, уже пришли домой. С пакетами, с продуктами. Какая красота. Когда еще сюда приедем? Вода хорошая течет. Можно попить. Ну тут тоже горы очень красиво. Дома такие старые и горы. О, это надо сфоткать. Все, идем домой. Так что вечером пойдем в парк. И я еще, наверное, включусь. Так что увидимся. Всем доброго.